Итак, друзья, нас окружили обезьяны. Смотрим внимательно. Вот это самый здоровый вообще. Аж встал на задние лапы. Смотри, посмотри, что творится. Они увидели бананы. Стоит, ждет. Ну, маленький какой. А большой пошел отбирать. Посмотри, какой он злой. Вот это мама, с мама с детем, смотри. Смотри, как я кормлю. Смотри, какое дитё маленькое. И еще одна мама с детем, смотри. Две мамы. Ой, какой маленький бэйбик. Не тебе. А я тебе дала уже. Так наклеит. Я тебе уже дала. Они только по-тайски понимают. Нет. Я тебе дала, ты съела. Хочешь ей этому дать? Так она вот поела. Ты вот этой хочешь дать, да? Я ее выдавала. Ребят, я боюсь. Ой, они пищат. Смотри, что она делает. Я не знаю. Посмотри, она одноглазая, у нее глаз слепой один. Вообще нет ничего. Я тебе давала, тебя еще за щекот. Мне так нравится, как она с ней разговаривает. Так она еще не доела, уже рыба нам пошла. Я тебе давала два раза. А, ты меня слушаешь. Нет, я тебе не дам банан. А у тебя только шкурки остались уже? Ага, я тебя поговорила, они теперь как-то. Лишай стоит? Нет. Чего они все стоят тут вокруг меня, не дадут поесть? Кстати, у них очень прочные челюсти. Они спокойно перекусывают толстую ветку. На которой держится кокос. Более того, они являются переносчиками очень многих заболеваний. Поэтому их укус может принести вам очень много неприятностей. Но это в лучшем случае. Ничего нет, Смотри, смотри, с ребенком. Невкусная? А ты что пришел? Я тебя не звал. Невкусная моя зубочисточка, да? Невкусная зубочистка. Понюхал зубочистку, но ее не стал есть. Блин, прикольные такие, да? Опа, 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 свадьба пошла. Блин, ты помешала ихнему любовному процессу. Слушай, Вика. Вот там у них была случка только что. Обезьян. Как ты могла? Разлучница. Там тоже есть.
получается, мало, да? Бэбик. Голодец здесь, конечно. Бэбики. Да? А, это мусорки, да, такие? Тихо, спокойно. Тихо. Ты посмотри, какой агрессивный, а? Ладно, друзья мои, увидимся с вами немножко позже.